ЕР-12. Это грузоподъемность 1,2 тонны, да? Так, а вообще давно эксплуатируете эту машину? Там 127 или 124 часа, наверное, было. А, то есть совсем недавно. Ну а что из плюсов отметили для себя? Ну, вот, слушай, комфортно, кабина хорошая, большая. А обзорность хорошая в кабине? Да. То есть рабочие органы видите, когда сидите спереди, да, да, все? А сзади, пробовали, когда двигаете? Вот КамАЗа подгоняли, может и КамАЗа загрузить, только, ну, пандус надо делать ему небольшой. Так? Ага. Ну, КамАЗа там борт, наверное, метра три. Мы даже вот такой пробовали, Манова. Ага. Эстакаду какую-то сделать. По грузоподъемности к ней нету претензий. То есть она вот свои 1,2 тонны. Но мы же еще тут наварили. А, то есть вы ковш наваривали. Не наваривали, а просто прикрутили ее ровно. Уже старые клыки стоят. Вы снимали зубчики. Вы режущую кромку поставили себе, да? Да, мы поставили от катапира или от чего вот это вот. Ну их можно подогнать любые, да. Если говоря, если вот песок раньше тут был, да? Угу. То есть, а мы уже сделали больше. Ага. Ну а так вообще по объему этот ковш идет? Да, хватает ему, как нам, вон, два ковша закинул, полный бункер. А что по расходу топлива? Так, а сколько там? На 2 часа, по-моему, нет. Надо посмотреть, это старый запись. Не, ну у вас, я так понимаю, так реальный, просто скажите, какой расход вы из ваших наблюдений? А смена это у вас 8 часов? Ну да. Или 10? У нас 8 до 8. А, то есть 12 я даже, да? Я говорю про стройку в общем, там с 5. Ага, ага. А, то есть смена получается и даже часов 15. Бухгалтерия уже посчитала, 6 литров. 6 литров, да? Да. На смену? Ну, не на смену, на час. Ну, а вообще машина маневренная вот в работе, она быстро как бы разгружает, загружает. На холодную. Не, ну понятно, тут быстро. Ну это быстро, он же не засекает секунды. Нормально. То есть, а прогрев это имеется в виду, когда на холодную завел, то минут 10-15 поработало, прогрелось и все, вперед. Вот, погода холодная, ну, почувствуйте сразу. Ага. Но есть плюс один, вот стоит. Подогрев, да. То есть у нас там рядом 220 сунули. Ну, это вам выбрали обычно, да? Это вам больше зимой пригодится. То есть что еще можете сказать там или негативное, или положительное? То есть, ну как вот сейчас впечатление эксплуатируете там, понятно, еще недолго, там 127 моточасов. Ну то есть впечатление положительное? Объемы, его хватит вполне. А вы раньше на чем работали? На каком? А? 342. А, ну то есть вы работали на более серьезной машине, да, с большой грузоподъемностью. Не, у нас есть еще и Бобкат. Ну Бобкат мы видели, мини-погрузчик, да, да. Да. Не, ну Бобкат это понятно, техника известная во всем мире. Возможность никакая вообще. Сзади ты, вот я сколько помню, работал на стройке, я 7 лопат раздавил. Видишь, что там сзади? А сигнал заднего хода есть на Бобкате? Там есть перекулка такая, пи-пи-пи-пи. Ну лопаты я этого не слышу. Ну главное, чтобы людей не давили, лопаты это такое. С амкадором. Ну, понимаю, что там кубатура разная, а вот сам принцип работы. Здесь удобнее, лучше, функциональнее машины. Одинаково. Ну тут понимаешь, однозначно сравнить нельзя. Ну потому что, конечно, эта машина. 42 МКДОР. Не-не-не. Ну это грузоподъемность у машины 1,2 тонны, а там 4 тонны. Конечно, сравнивать не совсем, наверное. Сам функционал сидеть. Не, ну по-любому это. Машинка, я понятно, комфортнее, кабина обзорнее, мы это поняли. Ну дефлекторов там хватает по кабине, да? То есть. Ну, может просто не очень нравится, что расход топлива не такой большой, как в Амкадоре, наверное. Как оператору это не очень выгодно. Ну, а так в целом впечатление положительное у вас. Ну все, если надо будет сервисное обслуживание, обращайтесь к нам. Мы дилер Эверана теперь в Республике Беларусь.